всем. Вот мы уже в своей пивоварне. Уборку делаем. Монтажники уже неделю как закончили монтаж оборудования. Вот, как бы посмотрели, все нормально. Тестовую варку сделали. Все работает, все отлично. И вот мы все запуститься не можем. Все бумаги, бумаги, бумаги. Аттестация. До аттестации еще очень много времени, потому что до аттестации надо пройти пожаробезопасность. Вот. До аттестации надо получить заключение пожарной, ну, МЧС. То, что у нас здесь все пришлось. Пожарную сигнализацию поставить за 15 тысяч, пришлось огнетушители купить, дверь железную поставить противопожарную, кучу документов. Заставили вчера искать гидрант на улице, внешний источник внешнего пожаротушения. Еле нашли этот гидрант старый, раскопали, а он еще гидрант несовместим с дыркой, с этим колодцем, и колонка не встает, пришлось выламывать этот люк железный, перетаскивать его в сторону. Вот оно мне надо, да, занялся пивоварением, где-то по улицам хожу, гидранты исправляю. Но без этого заключения нельзя подавать документы на аттестацию. То есть сначала по пожарной части заключения, потом только аттестация. Вот сейчас только заканчиваем по пожарной части. Аттестацию даже не проходили. Это уже неделя стоит, у нас оборудование простаивает. Деньги уходят в прорву. Все, никак не можем мы запуститься. И с этим пожарной сигнализацией тоже здесь ходили, долбили стены. Только все убрали, вымыли, опять все надолбили, опять все в пыли, в грязи. Опять начинаем мыть, драить. Ну, надеюсь, что закончили. Сейчас уже вымоем, продезинфицируем все. А, какой? Еще комиссия придет, натопчет здесь. Так что так. Пойдем дальше убирать. МЧС надо договор аренды, техпаспорт, договор на обслуживание пожарной сигнализации, акт приемки в эксплуатацию пожарной сигнализации, замеры изоляции, обучение на пожарника, огнетушители, документы на противопожарную дверь. Нет слов. А на аттестацию вот у меня... Вот это только часть документов для прохождения аттестации. Еще 23 пункта надо подобрать. Все уставные там документы, ну это все понятно. Вплоть до градусников, вплоть до журналов, ведения температуры в каждом помещении. То есть, ну... Не просто туф, а вот так туф. Бюрократия, конечно, вот такая. Все, идем дальше мыть, убирать нашу пивоваренку. Ну что, начинаем глобальную мойку. Отделение.
говоря уже мойки. Как тянет? Машина зверь, конечно. Не наша, конечно, немецкая, но ничего. Ну все лучше, чем руками, да? Не, ну конечно. Ракета. Более-менее уже? Да, уже прям завод. Чистенький? Завод. Стерильненький даже, можно сказать. С такой, да, аппаратурой, конечно. Да, ляпухи, конечно, такие, да, красочные, чтобы немножечко было веселее да, работать. Чё, как ты здесь повесил? Сюрреалистически. Чтобы можно было пивом напробоваться, да, и смотреть на них. И сладкаться. Что там за черным квадратом, блин? Ну и хорошо. Готово. Теперь осталось только запуститься. Недельки через три. Да. Может, разрешат вам. Да. Дяденька, дай пиво сварить. Нельзя. Где бумажка о том, что гидрант на улице рабочий? Ну и ладно.